Всем привет! На обзоре Том Форд «Eau de Soleil Blanc». Blanc «Eau de Soleil». Итак, по форме хочу сказать. Я не знаю, увидите вы или нет. Желтенький, не желтенький. В общем, немножечко стал желтеть. Блять, в какую сторону-то поставить? Немножечко стал желтеть. Блять, не поймешь его. Все сливается. Вот. «Eau de Soleil Blanc». Баргамот. Вот. Что еще? Ну и коробка соответствующая, да. То есть, если кто не видел распосылку, в принципе, должны были что-нибудь заметить, в принципе. Итак, «Eau de Soleil Blanc» выкачал уже достаточно много. Вот до седого. Так что это много достаточно. Почему? Использовал его летом. Пару дней, тут зимой пару дней тоже его использовал. С какой бы стороны поставить, чтобы он сильно как бы не это, ну так что ли поставить, вот, вот таким образом. Вот. Да блин, найти ракурс. Что это за аромат? Аромат, да, ой, на фрагрантике, блядь, какой-то пиздец пол. Эти бабы, я не знаю, каким они это, ну ладно, пофиг. Пусть они говорят, что хотят там. Вот смотрите, женщины, которые покупают его для себя, иногда немножечко не понимают смысла в этом. Понимаете? То есть, вот на подруге он тут немножко сладит. Сладит, именно сладит. И сладит он, как бы сказать, не по цветочному, а именно по ванильному какому-то оттенку. Вот это приятно. На мне, все-таки есть цветочность. Она не совсем ванильная, она вот с кокосовым и вот эта тубероза с кокосом, я никак не могу ее. Это очень приятно, даже оттенок какой-то, знаете, очень дорогой, ну, достаточно дорогой уходовой косметики. Все, что я помню просто. Ох. Дышишь и не надышишься. Причем есть зеленый какой-то подтекст. Такой шероховатый. Очень приятный. Да. Носибельный? Да, безусловно. Зимой, летом легко. Зимой даже немножечко появляется вот такой... Вот эта тубероза, она меня немножко смущает. Она плюс вот зимой появляется еще и ланг-ланг. Почему тубероза смущает? Потому что она дает более цветочный подтон. На мужской коже это открывается интереснее, чем нежели на женской. Ну, на женской как бы просто, да, вот цветы и все понятно. На мужской все-таки вот эта кремовость, я бы не побоялся этого слова, еще сантал туда добавлен. Должен был, по идее. Кокос, сантал, тубероза, иланг-иланг. Вот иланг-иланг хорошо звучит зимой, летом его не слышно. Там больше вот этой туберозы, ну она какая-то зеленая, она не тягучая. Причем распыление 6 сделал. Чисто вот тут 3, тут 3. У них распыление это как бы необычные, такие маленькие, спокойненькие. Вот именно кокосовым подтоном. Кто знает, как кокосовое молоко вообще по вкусу, но как по запаху, вот когда оно высохнет на чем-нибудь, она же достаточно липкая, да, и такая плотная, консистенция. Вот. И 47.11, там, по-моему, побережье Занзибара, там солнечное побережье Занзибара. Вот тот аромат Eau de Cologne 47.11, оранжевенький, с франжипани. Вот он похож на Томаса Фордаса. Том Форд, Eau de Soleil Blanc. Именно Eau de Soleil. Почему не на Soleil Blanc? Soleil Blanc... Сера через евстахиевую трубу прошла в глотку. Вот. А потом иногда говорят, что неожиданный кашель, да, происходит такой непроизвольный. Это оказывается просто сера, когда спускается сюда, и такое ощущение становится. Ну, такой спазм бывает. Бывает из-за спазмов гортани. Вот. Никто не знает вообще никакой причины, и никогда никто не узнает об этом. Сколько бы ты ни учился в медакадемии. Вот. Потому что много разных посылов к этому.
Как бы сказать бы помягче, да? Для мужчин, ну как бы да. Знаете, еще такое средство от загара. Вот они тоже могут давать подтон такой. Ну вот это же связано вот с летом, солнцем, да, с либо. Какая-то деревяшка хорошая, именно, возможно, пусть будет кокосовая, ну ее нафиг, блядь, там написан кокос, пусть будет кокосовая, потому что мне еще кажется какой-то кедр тут, сливочный кедр с сандалом присутствует, вот, в принципе, такие ассоциации, блядь, как тебя повернуть, бля. Как бы стойкость летом часов 10 с 6 распылениями. Зимой часов 8, может быть, даже 7. Но шлифовость, вот первый час, первые 2 часа даже, шлифовость достаточно длинная. Комплименты мужчине не будут никогда делать. Это сразу говорю. Никогда не будут делать. Женщины будут завидовать. И всегда говорить, фу, у тебя какой-то женский парфюм. Да. Вот это вот все. Вся эта их поебень. Вот. Это зависть, это женская зависть, она всегда будет присутствовать. К счастью, наверное, да, я люблю так немножко выводить таких теток из себя, чтобы они, ну, знали свое место, что ли, что. А, как они обычно говорят, аромат, ну, это аромат не для мужчин. О, блядь, пиздец, забыл я тебя спросить, нахуй. Че, какой аромат для мужчин, да? Или это не мужской аромат? Вот здесь вот немножечко такие вот странные понятия. Мужской аромат, не мужской аромат. То есть мужской аромат – это запах пота. А женский аромат – это запах, я не знаю, просто чистоты, наверное. Кому как. Вот. И вот сейчас к этому мы приходим, потому что запах, женский запах, мужской запах, немножечко, знаете, вот менталитет, он такой вот. Вот он есть, как говоришь, так и понимаешь. А понимает каждый в силу своей испорченности. Поэтому данный аромат мужчинам как бы можно носить, но только втихаря от жен своих. Если они будут знать, а они будут безусловно знать, нужно все-таки как бы понимать, что ничего такого женского, ничего такого сугубо мужского я здесь не слышу. Здесь слышится просто какая-то оттеночность. Оттеночность, ну, крема для загара. Оттеночность красивого иланга-ланга. Зимой. Туберозность. Туберозность здесь не просто сливочная, она какая... Ну да, есть у ней лактонность при этом, но она какая-то бархатисто-зеленая. Вот в этом. Вот кто видел зеленый бархат? Вот в таком оттенке я слышу туберозу. Кто может воспринять такие части ситуации? Это вот... А, с влажной кожи есть еще свежесть. Свежесть. Я не знаю чего. Возможно, какие-нибудь Петьки Грейна. Петька Грейн. Пусть будет какая-нибудь цитрусовость. Пофиг. Вот. Вначале о цитрусовости вот так таковой не совсем слышу. Я слышу какой-то мускусный оттенок. Блять. Мускусный, мускоидный оттенок. Чего-то, знаете, такого водянистого оттенка. Да. Ну, все-таки больше водянистости в нем есть. Ну, так и должно быть. Оде свои блага. Оде, оде. Влага, вода, свежесть. Это посыл. Это посыл. И он немножечко стал желтеть. Меня немного наводит на мысль то, что как бы он и был-то не совсем-то желтенький, да? То есть он был более светлый. Прям совсем светлый. Чуть-чуть стал желтеть. У меня такая ассоциация с ним, что... Такое подозрение, что добавлен пищевой краситель, который имеет место натурального происхождения. Ну, как бы, блин, пищевые красители бывают синтетические, да, созданные. Есть натуральные. Ну, что дает у нас еще желтизну? Что, ваниль, что ли, может добавить? Может. Может. Если каплю ванили добавили, но не в эти 100 миллилитров, капля это будет... Это будет... Хотя нет, в сотку-то одной капли достаточно. Мне нравится, мне нравится. Мне реально нравится аромат. Он просто, знаете, он... Ой, как бы не сказать грубо, после загара.
аромат после загара. Действительно так и есть. И на белой коже очень хорошо звучит. Очень хорошо. На смуглой я как бы не знаю. Это надо проверять, наверное. Приятный, позитивный, ну, но опять-таки этот кедр мне слышится. Вот здесь его нет с влажностью, с влажной стороны. Не знаю, блин, опять надоел он мне этот, блин, 20% остается. Сейчас, закончим. Вот, поэтому стойкость я вам объяснил там зимой и летом, какие могут быть. Шлейфовость, ну, как бы, летом шлейфит, хорошо шлейфит. Но потом присаживается на расстоянии вытянутой руки, как милостыня, и плотный, он достаточно плотный. Вот ближе подходишь, он достаточно плотный, как плотное, водянистое, что-то такое... Виды цветочные, что-то такое небесно-ясное и снежное. Вот все эти ассоциации, они идут, и, блядь, я как это, как Комиссарова тоже, огородами. Ну вот туберозность, иланг-иланг, цитрусовость, ну как бы она какая-то зашоренная чем-то. Мускусность, вот это такая вкусная, приятная, приятная, прям вот окунаешься и... Таешь в ней. Вот это вещь хорошая. Да ты что ты, блин? Да ты, а вот. Вот. Поэтому, как бы, для мужчин можно. Главное, не говорите, что это такое. Чтобы, как бы, не показать, вот, блядь, я такой охуитель. Нет. Не нужно этого делать. То есть, просто говорите, там, критовентус, и все. И так сойдет, кстати. Критовентус зайдет, сойдет. Без ананасовости. Так и скажете, критовентус, и все. Но если кто у вас уже раскусит, скажете, ну и что, как бы, и чё такого, чё теперь? Ну, как бы, знаете, есть женщины, которые как бы с подковыркой это всё вот-вот, изнутри всё делают это. Ну, можно как-нибудь их поставить на место, да, безусловно. Прийти в каком-нибудь вонючем парфюме и потом ей это, внести всё. Или ходить постоянно. Ну, на постоянку я бы не сказал бы, что можно, интересно. Благо, у меня их много парфюмов, как бы, можно менять всё. Но интересно одно, что... Парфюм в своем, что в сегменте зимой и летом, звучит очень немножечко по-разному. И очень радует это, кстати. Что зимой даже Eau de Soleil пахнет намного интереснее, чем Soleil Blanc. Soleil Blanc вообще на мне, парфюмерка она же, да, та парфюмерка, это Eau de Toilette. Парфюмерка пахнет очень близко, прям вот совсем близко. Поэтому мне все акватические, их нравятся. Ну, они все, по-моему, на одной базе строятся, там... Мандарины де Амалфи, Аква, все акватические, все идут, которые у них, вся эта серия, линейка, они все строятся, по-моему, на этой мускусности. Флёр де Портофино Аква, еще дополню, я его не хотел брать, может быть, возьму когда-нибудь, ну, если цена позволит. Понравился, зимой лучше всего он звучит, лучше всего, там какие-то странные цитрусы мускусные, прям вот ты падаешь в эту цитрусовую, цветочную, мускусную патоку и расслабляешься. Тот мне очень сильно понравился. Зимой, а летом нет. И этот и зимой, и летом одним цветом, да, безусловно, но цвет начал немножечко поджелтизнить. Дело в том, что есть, ну, как и ваниль, она меняет со временем, становится чуть плотнее цветом. И я так полагаю, я что-то выкачал прям много, ну, видно, да, достаточно много, почти чуть-чуть, чуть меньше четверти. Ну, я тут еще поливался, так это, чтобы дома ходить. А так 6 распылений и все. И как бы, ну блин, и ты сам погружаешься в эту интересную, приятную сказку. Ну и вот здесь мускулинности нет. Здесь как бы такой посыв такой, вот блин, зашел в магазин цветочный, окунулся в эту цветочную негу и вышел. Вот примерно посыл такой же. Ну тут цветочности, вот этой туберозности, я уже объяснял, что, как, где, вначале все поняли. Все, до встречи.